На прошедшем в пятницу совещании по безопасности на воде в своем отчете начальник управления курортовых и рекреационных ресурсов администрации Сочи рассказал, что в ходе проверки выяснилось, санаторий мыс Видный не заключил договор на аренду муниципального пляжа, но активно пользуется им, в том числе сдавая в прокат пляжное оборудование. Это незаконное обогащение, тем более за счет муниципальной территории, которые не находятся в аренде. Ранее санаторий ежегодно заключал договор аренды, и никаких проблем не возникало. Почему бумаги нет в этом году, теперь будут выяснять компетентные органы. Санаторий «Мыс Видный» незаконно загородил муниципальную пляжную территорию без всяких договорных отношений с администрацией города Сочи, при этом взимая денежные средства с отдыхающих и гостей курорта. Вот. Администрация города Сочи обратилась в прокуратуру города Сочи с официальным письмом в УВД города Сочи, в полицию, а также в управление Федеральной службы в сфере природопользования. Также администрация города Сочи направила претензию на мыс Видный. Претензии были и по поводу прохода к морю. Мэрия напоминает, на любой пляж санатория, за исключением ведомственных, вход свободный, включая и пляж санатория «Мыс Видный».